Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сейчас я вам расскажу один маленький секрет, как я спасаю свои растения в очень сильную жару и дополнительно увлажняю воздух вокруг них. Когда я раньше ставила дополнительно емкости с водой, это было очень неудобно, все время нужно было его контролировать, подливать, занимало много места. Но потом я придумала один способ. Я купила вот такие самые дешевые кошачьи лотки, составила все растения вот сюда. А потом просто налила воду. Вода осталась под сеткой и постепенно испарялась, создавая вокруг растения дополнительную влажность. Это оказалось настолько удобно, что я сейчас все растения ставлю в эти лотки. Есть еще несколько плюсов. Самый большой плюс то, что не нужно под горшочки искать тарелочки. Потом, когда поливаешь, лишняя вода стекает в поддон и еще и там и остается, тем самым еще увеличивая влажность. И кроме того, растения очень компактно размещаются и нету грязи, вот такой грязи, которая образуется, когда просто они стоят. Ведь при поливе, если вдруг что-то стекает, то оно тоже попадает в лоток. В общем, миллион плюсов, недорого, чисто и полезно для растений. Спасибо.